Здравствуйте! Вас приветствуют преподаватели школы русского фольклора «Самовар» Алина Духно и Иван Кабанов. Среди наших учеников есть как взрослые, так и дети. И сегодня мы хотим рассказать вам о таком занятии, на которое можно прийти всей семьей. В начале занятия мы поем древние песни, которые приурочены к определенным народным праздникам. Поэтому в процессе разучивания мы обязательно рассказываем о традициях и обычаях по осени, в Рождество, на Масленицу и так далее. Если вы не знаете нот, не беда. Мы передаем наши песни так, как было в давние времена, из уст в уста. Повторяя за педагогом, вы сразу сможете подпеть любую песню. А для самых маленьких учеников мы поем простые попевки с пальчиковыми играми, которые развивают мелкую моторику и воображение. Основной обучающей формой наших занятий является музыкальная игра. Все наши игры очень разные – хороводные, с элементами театрализации, командные, с водящим лидером, но все они обязательно музыкальные. Пока мы играем, звучит инструмент, балалайка или гармошка с бубном, и все обязательно поют припевку. Поэтому все игры обучают ребенка как музыкальным навыкам – пению, танцу, чувству ритма, так и социальным. Например, как выстроить взаимодействие в командной игре с другими детьми или взрослыми. Каково это быть лидером, как преодолеть стеснение и проявить себя с лучшей стороны. Или наоборот – как сдерживать свои желания и подчиниться общим правилам, чтобы не разрушить игру. Все это проходит в праздничной и радостной атмосфере, где каждый ребенок и взрослый могут рассчитывать на взаимную поддержку. Завершают наши занятия танцевальные формы, различные хороводы и кадрили. Они бывают как простые, так и сложные, поэтому дети могут и присоединиться к танцам, обучаясь у взрослых, и с удовольствием подыграть им на народных инструментах – на ложках, бубенцах и трещотках. Главной целью нашего занятия мы ставим раскрытие творческого потенциала каждого ребенка и каждого родителя. Для нас важно создать такое пространство их взаимодействия, в котором дети учатся у взрослых, а взрослые учатся у детей. Приходите к нам! Если хотите погрузиться в неповторимую атмосферу народного праздника, где каждый поет, играет и танцует по-настоящему.